мне часто говорят, зачем во Freeword ты всех критикуешь? Ты все специально так говоришь, чтобы все думали, что у нас все плохо. Нет, я не хочу, чтобы все думали, что у нас все плохо. Я хочу, чтобы все знали, что у нас все плохо. Но опять же, если сравнивать нашу страну с Африкой, то мы в порядке. Если сравнивать нашу страну с Японией, то мы Африка. Ситуация разная, а глаза одинаковые. Но хотя бы не цвет кожи. Но все вокруг заявляют, что у нас все хорошо. Давайте поясню. Они имеют в виду нас, в смысле у них, а не нас, в смысле народ. Ну как, с чего я взял? Прочитал очередную новость. Жительница Караганды отдала своих детей в интернат из-за роста цен на продукты. Вы только вдумайтесь. Родную кровинушку отдать в интернат только из-за того, что продукт подорожал. Она мать-одиночка. У нее 7 детей. И еще ее лишили пособия. В Калифорнии бомжи получают пособия больше, чем зарплаты наших учителей. У нас прогрессирует рост пропасти между классами общества. Среднего класса уже нет. Осталось только два. Богатые и образованные. Но всем похуй. Давайте-ка мы еще повысим цены на продукты. Из-за подорожания семьи распадаются. Может быть, вы не поняли вопрос? У нас точно все хорошо?